В Англии в рамках очередного этапа снятия коронавирусных ограничений рестораны и пабы могут обслуживать посетителей за столиками, расположенными на улице. Самые нетерпеливые решили воспользоваться этой возможностью уже в первые минуты понедельника. Социальная жизнь вернулась. Именно этого нам не хватало. Я знаю, что нужно проявлять осторожность и сейчас, и в будущем, потому что мы не хотим очередного локдауна. Самое главное – не выпить лишнего. Думаю, что все с предвкушением ждут возвращения к нормальной жизни. Места во многих питейных заведениях уже забронированы на несколько недель вперед. Премьер-министр королевства Борис Джонсон зарезервировал себе столик в пабе на 12 апреля. Вместе с тем 60% баров и ресторанов останутся закрытыми до 17 мая, так как не располагают возможностью обслуживать клиентов на открытом воздухе.